Валя. Добрый вечер, я диспетчер, вы снова на канале Fisherwoman. Господи, как это глупо звучит. Я уже выбралась в лес, прошло, кстати, всего 40 минут, как я вырвалась с работы. И сейчас мы с вами пойдем собирать бруснику или грибы-ягоды. Ой, грибы-ягоды. Грибы и ягоды идем собирать. Вчера в этом лесу я встретила двух девочек, ну, пенсионного возраста. И у девочек были очень маленькие ведерки, 5-литровики, а брусники было очень много. Поэтому у меня сегодня с собой 7 литров, и я полна решительности. Брусника – ягода теплолюбивая. И если черника растет в сосново-елковом лесу, где-нибудь в низинке у болота, то брусника любит солнечные просторы. И лучше ее искать там, где находятся линии электропередач, то есть в вырубке. По вырубкам ходим и находим нашу прекрасную ягодку. А вот как раз и нашли. Вот, смотрите, да, как она устроилась, сколько ее на самом солнцепеке. Где солнышко больше попадает, там и брусники больше всего. Кстати, тут немножко недозрело, возможно, мы найдем, ну, крупная, найдем в другом месте поярче ягодку. О, там еще и ламбина. В сегодняшнем видеоролике я буду использовать вот такую грабилку, она же комбайн для сбора ягод. Грабилка эта финская. Те, которые мне не очень нравятся за своей громоздкости. Но, тем не менее, моя осталась в закрытой машине. Я взяла эту у Кати. Катя, спасибо. Олега, привет, брат мой. Наезжает, говорит, грабилка лучше. Я с ним не согласна, у нас возник спор. Ну да ладно. Обыкновенными движениями. За счет ее громоздкости мне приходится переворачивать, из нее все сыпется. Не может иногда обогнуть некоторые кустики. Буквально, да, несколько взмахов, и у меня здесь уже стакан. Я все хожу, пытаюсь найти место поровней, чтобы собирать этой махиной, но никак. Ягода есть, и везде вот эти вот палки, елки, и комбайн ударяется, из него все высыпается. Тем не менее, собирать надо. Собирает она хорошо, очень хорошо, загребает прям все с кустиков, молодец, сразу расчесывает. Ну вот, блин, ой, смотрите, какая крупная хорошая ягода. Но вот собрать ей достаточно проблематично. Грабилка финская, я представляю, у них там в Финляндии плантации вот этой вот брусники такие ровные, и они идут, ее грябут, это, наверное, вот для вот этих вот целей, а здесь, блин... Сейчас руками, наверное, буду. Оп. Оп. Видали? Оп. И нету. Оп. И нету. Все тут. Оп. И я решила им не мешать. Они уже нашли свое место. Им тяжело идти, а я, молодая, сильно пройду вон туда. Вот раз, два и к третьей. На ту сторону, через болото. Заодно, может, грибы найдем какие. Ну, а что? Такая жесткая засада. Посмотрите, болото-то, оказывается, вот здесь вот не заканчивается. Оно туда только продолжается. Ну, вон есть вон то вот место. Вот туда мы можем попасть. Может быть, там что найдем? Мне очень жаль, что у нас с вами так получилось сейчас. Я трачу свое время и ваше. Пошли за брусникой, а в итоге непонятно где шатаемся. Пытаемся найти в лесу хоть что-нибудь. Делать нечего, остается искать грибы. Кстати, нашла. Не столько искать, сколько собирать по пути. Это какой-то погонец. Не взяла с собой даже ножа, потому что не нацелена была на это мероприятие. О, гриб. Немножко отвалился. Гриб хороший. О, какой, смотрите, беленький, чистенький. Надеюсь, к тому моменту, как мы придем к месту назначения, мы все-таки найдем какие-нибудь хорошие ягоды. О, и еще один. Вот стопудово чистый. Нет ножа. Блин, что же я делаю? О, чистый, хороший гриб.
большой, но не старый совсем. Высушим. Просто кладбище грибов какое-то. О, а он еще и чистый. Ой, будем сушить. Чистюков таких на сушку набрали уже достаточно. Вон там еще один стоит. Но брать его уже не будем, он совсем старый. Там вроде виднеется еще один. Лучше б я грабилку не взяла. Тогда бы ягоды были, я бы скулила, да, но собирала бы руками. А в итоге получается, что... Ой, еще и провалилась. Что опять грибалка. Хороший. Вот добычица я. Лесная. Сныкался такой. Молодец. О, у него нога. Я такого гриба еще не видела. Сейчас вам покажу. О, не, видела, конечно. Смотрите, как. Так, Иван-чай, иди отсюда. О, какой. Вкусно пахнет. Ну, давай. Бинго! Бинго, бинго, бинго. И ножка. Блин. Как заглянуть-то? Господи, дай человеку суперспособность сканировать грибы. Хорошие. Куда уже эти хорошие складывать, блин? А вот это вот, ребят, вот это вот, вот это наша с вами удача. Это вешенка, по-моему, легковая или легочная, как-то вот так вот называется. Растет на березе, вот в таких вот смешанных лесах. Ой, какая она прелесть. Это новый гриб. Я в этом году только первый раз нашла на березе и сразу обратилась к Лене, Колиной подруге, чтобы она мне разъяснила, вешенка ли это и стоит ли ее кушать, брать. На что мне Леночка сказала, что да, конечно, это вешенка. Да, конечно, это вешенка. Я, вот лично я уже не сомневаюсь, но я еще проверю. Мы сейчас этот гриб весь заберем с вами. Я ягоды просто в рюкзак сложу, эти грибы сложу в пакет, а их положу в ведерко, чтобы сохранить, донести до дома. И еще мы здесь походим с вами, еще что-то поищем. Ну, это клево, это удача, и у меня даже настроение поднялось. А то я совсем что-то, да, приуныла. Когда ты пришел за одним, а совсем другое, которого и так валом, конечно, я расстроилась. Ну, давайте соберем скорее. Начнем, наверное, вот с крепких. Чистые. Пахнут хорошо, как вешенки в магазине, да. Именно этим и пахнут. Ой, живые еще. Смотрите. Чистые. Никто их не ест. Может, и мне нельзя, конечно. Ой, ну я возьму. Скажут нет, значит, я поганки с собой таскала. Ну-ка, ну-ка. О. Немножко старые уже. Червивые. Вот тут черви едят. Но у меня нет ножа. Я хочу это донести до дома. Я возьму с собой, даже если они червивые, потом почищу. О, эти чистенькие. Ну, вешенка. Прям удача, я считаю, огромная. О, такой чистенький внутри. Вот так вот. И вешенки, красавицы мои. Мои вешенки красивые очень. Вот так. Ой, с такой любовью укладываю, что жить с ними буду. Да, первый пошел у нас. Вот. Малыш какой, а? Чевальчиш. Хорошенький. Давайте вот этот цветик снимем. Большой. Ой.
На вид чистый, но хочу запечатлеть, сфотографировать, не стану ломать пока. Ну, твоя очередь. Вот какой улиткой покусанный, да? Поеденный. И давай ты заключительный. Опа-на. И тебя достали. Всю эту семейку я сфоткаю, наверное. Пусть будет у меня на память. 4 молодца. Ой, ну это слишком милый, чтобы его не взять. Ого. Смотрите, да? А так оп, такой. А так ого. Ну давай, ого. Ого, ого, ого. Вот это да. Вот это ты, малыш. Эх ты, секретиком. Не поганки, это вешенки. Запраздновали за грибами. Да как в руснике это? Это там неудобно грабилкой собирать. Я пошла дальше за грибами. А вы что, набрали, да? По ведерку? Я 4 литра. Я руками собирала. А, руками собирали. А у меня грабилка такая, мне лень руками. Молодцы, девочки. Красоточки. Такси вызвали. А, все, пойдем, молодец. Играться ой, хочет. Ой, нельзя, нельзя. Она играет, так еще молодая. Давай. Молодцы. Завтра не пойдем туда. Завтра, не знаю, завтра надо куда-то в другое место. А чего? Пойдешь собирать еще? Пойдем с нами. Да там я уже что собрала. Или ты куда? Ну что, тут мы на горке были. Сюда? Ну грабилка будет у меня маленькая. А-а-а. Могу с вами, у меня большая была сегодня. Так как-нибудь звони нам. Во сколько? Во сколько у вас здесь стрелка? Сейчас, в 10, если дождя не пойдет. А, в 10 утра? Ну, мы, знаешь, какие ленивые, можем и не пойти. Я на работу, до 4 работаю, поэтому я сюда только к 5. Так что без меня, девчонки, гребите, гребите. Ну, хорошо. Вот я себе и компанию нашла. Девчонки какие, да? Разговорчивые. Нам весело будет, если что. Только я там все уже собрала, все грибы. А ягоды. Надо взять эту маленькую грабилку, мне неудобно больше. Никак прям.